Семинар-практикум прошел в 21-м саду Каспийска. Его тема была посвящена сюжетно-ролевой игре, используемой в качестве методики воспитания подрастающего поколения, а также региональному компоненту, включенному в систему образования на федеральном уровне. Сегодня мы провели семинар, который должен поставить перед нами новые задачи, которые стоят в образовательном каждом учреждении, дошкольного учреждения. Сегодня воспитание детей – это одна из самых главных задач, которая стоит перед нами. И мы сегодня представляли новые программы, представляли непосредственно региональные тот аспект, который должен быть в образовательном учреждении каждого дошкольного образовательного учреждения. Отметим, что в рамках реализации региональной образовательной программы учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Педагоги стараются формировать любовь, интерес к прошлому и настоящему родного края, развивать эмоционально-ценностное отношение к природе, а также воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности и сопричастности к этому. Педагоги реализуют деятельный подход при общении детей к истории, культуре природного края. То есть предоставляет возможность выбрать детьми той деятельности, в которой они хотели бы отразить свои чувства, представления. В рамках семинара воспитанниками и педагогами было подготовлено театрализованное представление по мотивам дагестанской сказки. Несмотря на возраст, дети смогли поразить зрителей своей актерской игрой. Это тоже большое дело наладить такие творческие отношения. А что они творческие, это видно. Это результат, это занятия, которые мы должны все взять за образец. После выступления руководители и педагоги перешли в другой формат обсуждения темы в рамках круглого стола. Отметим, что подобные семинары проводятся в нашем городе ежемесячно для постоянного развития и модернизации системы образования на дошкольном уровне.